С 9 по 31 марта нынешнего года Брестская областная библиотека имени Горького проводит месячник историко-правовых знаний «Правовая весна», приуроченный к году исторической памяти. Так, в рамках месячника прошел семинар, основная тема которого – биометрические документы, их основные преимущества и гарантия надежности. Программа месячника рассчитана на различные категории граждан, но прежде всего направлена на молодежь, на формирование гражданской зрелости молодежи, патриотических начал, повышение правовой культуры. Беларусь продолжает совершенствовать документы, удостоверяющие личность. И уже сегодня любой желающий может получить биометрический паспорт и ID-карту. Один для пользования в стране, другой для поездок за границу. Но многих волнует вопрос виз в старых паспортах. Эта тема очень волнует нашу молодежь, поскольку за ними будущее. Они хотят пользоваться всеми услугами, которые предоставляются на портале электронных услуг. Я бы хотела отметить, что граждане пенсионного возраста тоже активно начинают делать новые биометрические документы, поскольку хотят шагать в ногу со временем. Ребята слушали с интересом о биометрических документах, ведь у них множество перспектив и возможностей. Не выходя из дома, можно сделать около полусотни административных процедур, открыть счет в банке или заказать справку с госорганов. А чтобы получить такого рода документ, необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции.